Привет, ребята! Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую всех на своем канале, с вами снова Александр. И мы наконец-таки продолжаем проходить Call of Juarez. О, сколько времени прошло с моей последней записи. Дело в том, что у меня... Я настолько увлекся настройкой звука, что просто у меня звук просто слетал два раза. Что я только не делал. Похерил все настолько, что дальше некуда. Но сейчас вроде кое-что понастроил. Не знаю, как получится, но попробуем. Джон Уэсли Хардин. В конце концов, он признался, что отобрал жизни у 42 человек. Отцы и мужья, братья и сыновья, мужчины с семьями, которых их ждали. Семьи, которые предлагали любые деньги в надежде совершить правосудие. Да, вот такой вот он говнарь. И сейчас, кстати, графика вот должна была поменяться. Мы теперь играем в 4К. С новой видюхой. Не знаю, сильно ли это будет заметно, но, кстати, трассировки лучей в этой игре, я так понимаю, не будет. К тому времени он был уже настоящим народным героем и сколотил банду вооруженных негодяев и прочего отребья. Он со своими людьми разбил лагерь рядом с городом. Я надеялся, что Боб был среди них. Боб! Ты среди них? Чё? Это кто базарит? Так, спокойно. Здравствуйте, коровушки. Лучшее время часами раньше, чем минутой позже. А, лучше тремя часами раньше, чем минутой позже. Ну да. Тоже верно. Так, там кто-то базарил. Выходи по одному! Ха-ха-ха! Голова! Не будет! Они не спрашивали, зачем я пришел. Они знали. Большинство из них также были в розыске. Я полагал, что Хардин где-то здесь. Но чтобы добраться до него, мне нужно было кое-что. И это было проще сказать, чем сделать. Потому что большинство из них были также безрассудны и безумны. Мне пришлось пролить немало крови, чтобы в итоге обнаружить, что Хардина в лагере нет. Он кутил в городе со своими ближайшими друзьями. Парни Хардина явно не хотели, чтобы я дошел до бычьей головы. Кто-то стремительно убежал в город и сообщил своему боссу о непрошенном госте. Револьвер с позором? Нет. Мне... А! Подожди, а где мой рейнджер? Алло. Скорострел. Револьвер с позором? Нет, я хочу взять рейнджер. О, а вот и рейнджер. Так, тихо, кто там? Ну-ка, покажись-ка. Самородок берем. Подожди, где самородок? Вот он. Тихо. 1 из 6, ну, ничего себе. Так, ну тут, если кому интересно, почитайте. 6 самородков надо нам набрать. Что ж, постараемся ничто не упустить. Поехали. Где ты там что базаришь? Выходи давай. О! Опачки! Йо. Что-то вы, ребята, разошлись здорово. Вам не кажется, а? Так. Я не отклоняюсь ли я от истории, интересно? Здесь могут быть самородки. Что за звук? Что это за звук?
Нет, не отклоняюсь. То есть, получается, я могу идти по верху, я могу идти по низу, да? Ага. Хорошо. Давайте вернемся. Мы не будем пробегать игру. Мы будем проходить тщательно все, внимательно осматривать, чтобы ничего не пропустить. И чтобы нам не пришлось возвращаться за самородками. Сам ты бич! Чё ты там орёшь? Ты где вообще? Ты здесь? Хм. Дробовик. Не, дробовик хорош, конечно, но... в очень ближнем бою. Воу! Не, по сути, вот так, да, вот если представить, на самом деле, как это было по истории, если. Это ж сколько в него пуль летело, в главного нашего героя, да? Человеку достаточно поймать одну пулю, чтобы быть убитым. Ну, иногда две. Может быть, иногда и после трех выживет, да, согласен, но... все же. Ага, еще один. Отлично. Замечательно. 2,6. Так, хорошо. Еще 4 штуки. Неплохой лагерь здесь они разбили. Что? Да ты где там? Чё сказал? О. Так, музыка прекратилась. Самородок, отлично. Отлично. 3 самородка уже нашли. Еще 3 осталось. Я, честно говоря, даже и не помню, что там дальше будет. Я настраивал себя на предстоящую схватку. Несмотря на то, что я был хорошим стрелком, глубоко внутри я беспокоился, что Джон Уэсли окажется на каплю лучше. Такое может быть, да. Готовым надо быть ко всему, если вы даже в чем-то профессиональны. Никогда не надо думать, что ваш соперник обязательно слабее вас. Всегда нужно быть готовым к тому, что соперник. Всегда нужно относиться к сопернику как к более сильному. И ни в коем случае не расслабляться. Даже если он показывает какие-то свои слабости в самом начале, это не означает, что он слабее. Так, нет. От истории отклоняться мы не будем, мы сходим туда. Так, или по дороге, или туда. Ну, ладно. Прогуляемся здесь. Доброе утро. Доброе, доброе, значит, доброе. Так. Что-то мне подсказывает, что где-то здесь должен быть самородок. А что мне подсказывает, непонятно. Лично подсказка этого не подсказывает. Да эта карта просто здоровенная. Нифига себе, куда хочешь, туда и идешь. О, тихо. Понял. Туда мы не пойдем.
Хорошо. Скорее всего, нет, я так понимаю, нам надо в город идти. Но мы сейчас пройдемся еще до сюда. Все-таки посмотрим. Вдруг там где самородок завалялся. Так. Че, отклоняемся, да? Нет? Пока еще нет. О. Очистите город от бандитов. Да, это я знаю. Сейчас, секунду. Подождите. С ними мы еще разберемся. Так, куда я вообще забрел? Обратно пойдем поверху, я так думаю. Тихо. Не, ну я забрел, не пойми куда, да? И до сих пор я не отклоняюсь от истории. Но здесь ни хрена нет. Ну ладно. Тихо, 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 тихо. Ну, в этих скалах тоже ничего нет. Все. Идем по заданию. Ага. Мне уже прямо этот показывают через каждые 100 метров, куда идти надо. Думаю, что я заблудился. Нет, я не заблудился. Да-да-да, иду-иду. Так. Еще вот сюда хочется слазить. Нет, сюда мы... Не хочет он сюда залазить почему-то. Ну ладно. Ой. Туда нажал. Все. Пока я тут бегаю, уже светать начнет скоро. Воу. Но перед тем, как проверить свои нервы... Во! Ёкарный. Это было неожиданно. Я растерялся. Ну да, после ночной смены реакция уже не та. Вот что надо было делать. Так. Я могу навык прокачать. Хорошо. Что будем прокачивать, пока не понятно. Глубокие карманы зверлов. Больше динамита, патронов для дробовика. Носите с собой еще больше взрывчатки и патронов для дробовика. Повышайте вместимость своего патронташа на плюс 30 патронов и 3 шашки динамита. Неплохо. Быстрая перезарядка дробовика. А здесь еще у нас... Так, раскаленный ствол рейнджа, быстрая перезарядка винтовки. Перезаряжайте свою винтовку в мгновение ока, вставляя обойму снизу винтовки, вы сокращаете время перезарядки на 50%. Сова. Подсказки о врагах за спиной. Замечайте врагов даже вне поля зрения. Маркеры по краям экрана будут означать каждого врага поблизости, которого вы не смогли бы увидеть в обычных условиях. Гренадер. Стрельба по брошенному динамиту. Устраивайте красочные фейерверки и попутно наносите урон. Бросив связку взрывчатки, вы легко сможете подстрелить его от бедра. Так как прицел вашего оружия будет сам следовать за динамитом. Просто нажмите выстрел, чтобы взорвать его в воздухе. Так, хорошо. Давайте для начала
прежде чем стрелять по динамиту, мы увеличим количество его. Я думаю, так будет правильнее. Нифига. Ты где? Подлый трус. Выходи. Собака. Да чтоб тебя. Надоел ты мне, чувак. Я лишь позже узнал, что в ту ночь открывается... Он праздновал свой день рождения. Свой последний день рождения он праздновал. В эту ночь. Но вы надоели. Ну давай. Ой, мимо. День рождения, значит, он праздновал. Да чтоб тебя. Так, дайте-ка мне винтовку. Ну что? О! Ха-ха, винтовочка-то. Хорошая штука. Ага. Предсмертное уклонение зарядилось. Да, здесь мы бегали в прошлой серии. Как бы это было началом. В прошлой серии здесь ничего не было. Да и сейчас ничего здесь нет. Ну что, пойдем поздравлять с днем рождения ублюдка. Мимо. Да что такое, что такое? Попасть не могу, прикинь. Я не могу попасть. У меня целкость сбили. Сбили целкость. Целкость настраивает она. Кажется, я уже упоминал, что нашел Хардина в этом самом салуне. Блин, столько потаенных мест, где можно пройти. Где можно положить какие-нибудь секретики. Самородки. Ну нет же, нету здесь такого. Везде только одни тыквы лежат. О! О, я вижу самородок. Да, самородок где-то рядом. Да я его вижу. Достаточно сказать, что никто не был рад меня видеть. Ну еще бы. Что ж вы не рады меня видеть? Я пришел на день рождения поздравить человека. Если так его можно назвать. Ю, чтобы выйти в концентрацию. Зачем мне здесь входить в концентрацию?
Where is? Кто-то здесь? Или что ты сказал? О, ты-то еще откуда взялся, эй! Ну-ка, откуда ты вылез? Ты что здесь, самородок прячешь, да? Судя по всему, да, нет. А тут... Да сколько вас там? Где ты там орешь? Да подожди ты, сейчас я приду, подойду, подожди, стой, этот, не тарахти. Так, я ж могу туда попасть как-то, да? Ага, я тебя вижу. На самом деле, я даже почувствовал некую враждебность. Ну, конечно, когда столько засранцев тебя хотят убить. Что можно еще почувствовать? Так, лестница. Могу я подняться по этой лестнице? А, нет, нет, нет. Вы отклоняетесь от истории. Понял. Там была лестница. Так, ну один самородок там есть. Где еще два? Хорошо запрятали самородки, да? А! Напугал, блин! Напугал, сволочь! Как туда залезть? Нет, туда я, кажется, попасть не смогу. Но там, кстати, была лестница. Вот что самое интересное. Может быть, можно было залезть по этой лестнице как-нибудь? Нет. Это ж тебе не ассасин. Лазить он не может. Он прыгает там, блин. На полметра в высоту всего. Даже ниже, чем елка. Ладно. Идем. Ну-ка, покажись! Давай. Я почувствовал разочарование, потому что ни Боба, ни Кардина не было среди убитых. Эй! Но лишь на секунду, потому что через мгновение передо мной стоял самый быстрый стрелок Запада. Тихо, дай я самородок-то возьму, а? Алло! Самый быстрый стрелок Запада. Ты можешь повременить? Первый раз убил в 15. Убил человека за краб. И еще 40 просто за то, что дышали. Я почувствовал впрыск падения адреналина, и, может быть, это был страх. Он был своими трюками, и я знал, что мне нужна собственная хитрость. Ну чё? С днем рождения, кусок дерьма. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Нет, подождите-ка, он не попал мне тогда. Да, вот прикол. Конечно, не попал. Потому что если бы попал, то я бы сейчас не рассказывал вам эту историю. Ой, поздно что ли, блин. Чё?
используйте А и Д, чтобы уклоняться. Нажмите продолжить, чтобы продолжить. Да я знаю, ёшкин. Так вот. Ни хрена ж себе. Так. Ну, я, ребята, я даже не знаю, что тут делать, на самом деле. Я не помню, как я проходил раньше, когда там. А, все, понял. Скорость. Скорость мне надо было. О, 19-19. Скорость надо следить. Блин. Я не могу следить и там сразу одновременно. Беда. Вообще без понятия, что делать. Может просто взять его и застрелить? По-моему, в честном бою его убить невозможно будет. О, одновременно. Ну что за дела? Серьезно? И как я буду прицеливаться? Куда я должен стрелять? Да, это сложность высокая. Я не знаю, как на низкой сложности. Так, как только сердечко начинает биться, сразу надо начинать действовать, я так понимаю. Начинаем. Хрен с ним. Ну давай, 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 давай. Стреляй! Ха-ха! И все мимо. Пока прицел сведется, он меня уже всю обойму успеет выпустить. Вы чё? Я без понятия, как его убить. Тихо, тихо, тихо. Одновременно. Мы с ним одновременно это сделали. Блин. Я надеялся, что он промажет. Чувак, ты достал меня. Задолбал. Самый быстрый хренов стрелок. Я сейчас попаду в туза черви. У тебя мозги вылетят через правое ухо. Хочешь этого, нет? А? А так оно и будет. Я даже прицелиться не успеваю, блин. У меня уже убивает. I felt a bolt of adrenaline. Or maybe that was fear. He was well known for his tricks, and I knew I'd need my own if I was ever to defeat him. Может, надо еще раньше доставать? Или что? Или как? 39, но 45, 50, 47, 46, 46,7. У него два пистолета. Да ладно! No, wait. He didn't hit me then. I'm sure of it. Дубль 1,648,527. Шел третий год дуэли. Девять и семь, но давай, давай, сужайся, сужайся. Дубль 1,648,528. Бой продолжается.
Скотина такая. Эй, я что, холостыми стреляю? Я, похоже, холостыми стреляю. У меня пистолет не заряжен. Должным образом. Дубль 1,648,528. Ой, 529 уже. Ну и чё? Ха! Во! Во! Чё я нашёл? Чё я открыл для себя? Можешь уворачиваться было. Интересно. Надо, кстати, попробовать. Точно. Дубль 1,648,531. Он же мне говорил про хитрость какую-то. Вот так хер победишь, по-моему, да? Блин, что такая скорость-то маленькая у него? Руку-то возьми, а! Хоп! Чида-хоп! Хоп! Чида-хоп! Хопа! Он был быстрее, самый быстрый мишень, но будучи настолько пьяным, он не считал выстрелы. И теперь он был в моей власти. Так он умер? Нет, я отправил его за решетку. Намного лет спустя, уже после его освобождения, какой-то неприкаянный мститель убил его. Застрелил спину в сауне. Таком же, как этот. Как будет дальше? Еще пиво, Бен? 3 из 3. Короче, я вот самородок я взять не успел. Где еще 2... Вообще без понятия. Вроде бы все облазил. Ну ладно. О, это было просто что-то. Продолжаем. Thank you, darling. Спасибо, дружище. Да, некоторые говорят, что месть — это блюдо, которое подают холодным. Так что вот и случилось с этим бобом, за которым вы охотились. Лично мне хотелось бы послушать о других ваших приключениях. Например, ну не знаю, дрались вы когда-нибудь один на один с красножопым? Да, дрался, Бен. Помню, я преследовал этого отступника Апача, серого волка. Странная штука. Его главным мотивом тоже была месть. Танцы с отступниками. Что? Потанцуем с отступниками. За голову серого волка была назначена награда, а именно поэтому я пришел. Эти горы были такими высокими, что, наверное, подпирать было давным-давно далеко в горах. Так. Серый волк был шаманом племени Чуркина народа Апачей и вел войну с отметкой за массовое убийство. Солдаты армии США напали на его племя во время проведения священной церемонии, восходя до его дочери, и устроили просто невыразимую бойну. Я понимаю, что гнев, потому что нет ничего более, чем видеть, как те, кого ты любишь, умирают жестокой и мучительной смертью. Ну и дела. Красота. Так. Я уже отклоняюсь от истории, не начав ее продолжение. Так, а чего мы так аккуратно идем? Пешочком? Может, пробежимся, малеха? Есть чем полюбоваться.
пение птичек. Красивая природа. Ни одного комара, ни мошки, ни жучков, ни паучков. С самого начала я не мог избавиться от ощущения, что серый волк следит за каждым моим шагом. Ну да, он следит. Серый волк. Он вел за собой отряд молодых воинов Апачи, которые жаждали возмездия и были готовы с радостью умереть за своего лидера. Эй, волк! Серый. Ты там самородок случаем не оставил? А? А. Ха. Он был еще выше, да? Хорошо. Контрольная точка. Какая-то настораживающая тишина. Если я упаду в реку. Так, подожди-ка. Не надо падать в реку. Патрончики. Как насчет самородка? О! Мне пришло в голову, что, возможно, моя идея была не так уж плоха. Но теперь, когда началась стрельба, отступать было некуда. Победите отступников и найдите серого волка. Так, хорошо. Если сюда мне нужно идти, тогда... Может быть, надо... сходить сначала вон туда. Кстати. Нет. Блин, здесь столько всяких сомнительных мест. Вроде бы вот так ходишь, да? Все облазишь. Ну блин, в итоге не находишь половину самородков. Из всех, что есть. Ну почти половину. Как это понимать? Да, разработчики все-таки хорошо спрятать умеют самородки. О! Один из четырех. Там уже по мне кто-то стреляет вовсю, причем. А! Индейцы. Апачи. Апачи, хорош. Это были суровые земли. Зимнее пристанище Чирикуа. И поэтому они отступили сюда. Тихо ты! Что ты там гавкаешь, а? Блин, да вы меткие ребята! Метко стреляю. Признаться, я несколько сожалею, что преследовал их так. Но, опять-таки, у меня полно сожалений. Тихо, тихо, тихо! Да. Да не охренеть, какие метки.
Не успел возродиться, да? У меня уже предсмертное состояние. Надо быть начеку. Тихо, кто-то скачет? Что это за звук? Ты чё? Сдурел совсем. Напугали. Это же варвары, они бегают здесь. Они бегают с топорами, со всякими хренями. Надо быть аккуратным. Дуайт? В этот момент. Что за землетрясение? Что это было сейчас? Почему земля тряслась? Вы что там колдуете? Нашаманили что-то, блин? Не, я главное один против всех. Против целой армии. То одной армии, то другой армии. Всегда один. Это была глубокая расщельна, которая вела... Ты чё? Да, но меня подталкивало настолько мужество, сколько чистое сердитое упрямство. Да нифига они сумасшедшие, а? Вот так вот выбежит какой-нибудь индеец из-за угла. Разрешите пещерах серого волка. Ага. Ха-ха-ха! Ой-ой-ой! Просыпается все. Высоко. Так. Твердая лобость тогда меня была хоть добавляй. А я не собирался отступать. Внутри была кромешная тьма? Вообще-то там было неплохое освещение. На стенах висели факелы. Где они? Ага. Вижу. А вот и факелы. Так. Куда пойдем, направо или налево? Давайте сначала налево сходим, потом пойдем по правому пути. Успокоились. Да нихера себе, тут заблудиться реально можно. Так, что-то меня эта музыка, честно говоря, как-то настораживает, что ли. Ох, не добро это она заиграла. Отлично. Еще два самородка здесь где-то есть. Новый уровень. Замечательно. Так, теперь мы хотели что повысить? Стрельба по брошенному динамиту, да. А это что такое щедрость? Разделение динамита в полете. Пролейте на них огненный ливень, нажимая. Так, кнопку три мыши вы сможете разбивать свой летящий динамит на три шашки с обычным уроном. Нифига себе. Крутая штука, мне кажется. Надо попробовать.
Здесь легко можно заблудиться. Так, это самое начало. Здесь. И что здесь? Что-то я не уверен, что я туда могу долететь. Понятно. Значит, пойдем сюда. Там тупик, здесь. Чирикуа прятали здесь во время индийских войн. Что? Кто? Откуда? Ты? Какие вы шустрые и меткие, ребята. Чё он там? Они верили, что в ней обитают призраки тех, кто был убит солдатами. В пещере были призраки мертвых индейцев? Но мне еще только призраков тут не хватало. Это что вам? Фазмофобия? Начинается. Ой, промазал. А-а-а, не туда нажал. По правде говоря, я больше беспокоился о живых, наверное. А не о мертвых. Я опять не туда нажал. Опять я не туда нажал. Да. Вот что бывает, когда промахиваешься. А, ладно. Рефлекс. Там же даже стрелочка показана. Чё я гадаю это, блин? Даже стрелочка нарисована, в какую сторону надо нажимать. Я два раза умудрился нажать не туда. Не, ну это серьезно, это так после ночной смены так такая реакция тормознутная. Поспать, что ли, надо? Не забыть. Прекращай. Прекращай так делать. Алло. Ну-ка покажись. Ну-ка уберись. Да ладно. Ну как так-то? Чё-то вы, ребята, какими-то самонаводящимися пулями, что ли, стреляете? Серьезно, эти апачи какие-то очень опасные, очень меткие. Да они безумные. Если так вот за все серии посчитать, сколько раз в меня попадали. Из меня такое решето получится, если все эти попадания сложить и распределить по всему телу. Откуда вы столько знаете? Несколькими годами ранее я был женат на двух женщинах из племени. Одновременно? Да, они были сестрами. Множество традиционного для мескалера. И что произошло? Пришлось убраться оттуда. Эти девочки никогда не замолкали.
Обе постоянно меня пилили. Доводили до белого коленя. С тех пор я их не видел. Нет, я имею в виду, что стало с серым волком. А, ну я преследовал его, уходя все глубже в пещеру смерти. Где ты, серый волк? Что-то голос подсел. А. Да, попить. Так. Опа, самородок. Замечательно. Остался еще один. Что ж, я надеюсь, что я его не пропустил. Кто здесь? Я вышел к этому полузатопленному гроту и встретил его там. Он вышел ко мне без оружия и без страха. Его голос эхом отдавался во тьме, и я чувствовал, что он не желал мне вреда. Великую тьму несешь ты в своем сердце. Если не отступишь ее, она заберет твою душу. Не отпустишь ее. Звук его голоса зачаровал меня какой-то древней индийской непонятной хренью. О. Его видения раскрывались в моем... Снова придешь в это место и много людей еще убьешь. И тьма будет разоряться, пока не поглотит тебя. Душа не засверкает радугой. Он сказал, что я был... Очень я... Snakes will bite shadows of your past until a venom poisons your heart and an echo of the song of the dead. Я не могу читать, стрелять и целиться одновременно. I didn't quite get what he was saying, but there was definitely snakes. And indeed, his... На самом деле, его воины окружили меня и напали словно голодные росомахи. They couldn't stop me though, and Grey Wolf wasn't in the mood for idle. Тихо, тихо! Да вы чё, а? Короче, он меня заговорил, он меня отвлек и все, и... Это была такая коварная ловушка, да? Схема. Заболтать меня, чтобы я расслабился, да? Спокуха! Петруха! Хорош! Тихо! Не убей! Знаешь такую заповедь, нет? Готов поспорить на что угодно, что из этой ловушки не было выхода. И тут... О, чудо! Он появился. И где он появился? Разрешите пещеру серого волка. Ну что, старый седой пес, выходи давай. Надоел ты мне. Будешь мне тут зубы заговаривать. Я тебя, собаку, сейчас порву нафиг. Мне казалось, что я безнадежно заблудился в этой проклятой пещере. Где-то есть. Махнорылая скотина. Выходи давай. Наконец он вывел меня снова наружу и оказался на самом краю обрыва, возвышающегося над гремящей бурной рекой. Чтобы добраться до нужного места, мне предстояло преодолеть... Блин. Чувак. Я тут... Я на экран даже не смотрю. Ну, как сказать. Так, подожди-ка. Куда это я подпровалился? И что теперь? Блин. Что-то я не уверен, что я перепрыгну. О! Есть.
Я преследовал его, намереваясь заставить объяснить смысл своего этого бредового видения. Бредового, точно. Тоже можно сказать и про ваши байки. Некоторые детали могут быть неточными, дружище. Но я рассказываю в точности то, что со мной происходило. Иди сюда. Так, тихо, тут где-то еще один самородок должен быть. Веди меня, старый пес, к самородку. Там были десятки воинов Апачи, и они целились в меня сразу. Десятки? Ну, может быть, не десятки, но их там было много. Хотя бы 3 или 4? Ну, гораздо больше, юная леди. 1. Сейчас посчитаем. 2. 2! Два, говорю. 3. Так, 3, это пока еще не десятки. Дайте самородок. Что ли? Тихо, тихо. 4. Ну, спокойно. Пять. Да где-то там. Убивают. Я его не вижу отсюда. Тихо. 6. Да твою! Шесть. Семь. Восемь. Передо мной возвышался крутой утес. Я сказал по этим скалам, как горный козел. Я был решительно настроен найти серого волка и в деталях узнать, что, черти побери, они хотели мне сказать. Он хотел мне сказать. 8. 8 это еще не десятки, но уже почти десяточки есть. Но почти не считается. Что-то он все осыпается. Где самородок? Где этот серый волк? И как и стоило заранее догадаться, этот коварный сукин сын завел меня опять в ловушку. Да чтоб его, а! Где? Кто? Эй, я верю вам, давайте рассказывайте нам, чем все закончилось. Ну хорошо, я не собираюсь затягивать рассказ. На чем я остановился? Вы были в окружении сотни воинов Апачи. Да тут нет сотни, тут тысячи их, тысячи! Блин, все потому, что я... Тихо, 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 где? Где? Кто? Пошел нафиг. Пошел на... А что, зависло, блин. Все, я больше не буду считать. Их тут очень много. Точно сотни. Смотри.
Что? О! Хорош! Что у вас? Нифига, тут точно их сотни, это точно сотни! А-а-а! Что делать? В конце концов остался только серый волк. Ну наконец-то. Иди сюда. Да. Нифига, сколько их тут. Так, ну-ка дай-ка динамит. Мне уже не терпится этот навык пробовать. Так, а где мне посмотреть, сколько у меня динамита вообще есть? Есть ли у меня вообще динамит? Ага, два, да? Чё? Две штуки всего? Что так мало? Он изображал демонстративно непокорность и сказал, что у меня нет чести. Есть, вот он, что-нибудь самородок. Отлично, взяли все самородки в этом уровне. А ведь я так понимаю, что это реальные персонажи, которые когда-то где-то жили в каком-то в годах. Тут про них какая-то история описывается в этих, ну, самородках. Про них что-то рассказывают. Но это сукин сын словно растворился в воздухе. Ага. Превратился в волка и растворился, гаденыш. О! Я так и не нашел его. И так и не получил то проклятое вознаграждение. Что ж, это было сложно. Это было весело, это было интересно. И это будет еще интереснее, но в следующей серии. Я так думаю, что мы найдем этого старого волка, серого пса. Надерем ему хвост и заберем вознаграждение. Ну, я всем желаю приятного просмотра, хорошего настроения, счастья, любви, добра, крепкого здоровья, берегите себя и ваших близких. Ставьте нравки, кому нравится. Обязательно оставляйте ваши комментарии по поводу звука, по поводу всего. Всем пока-пока, до следующей серии.